Во мне живет демон, и я его знаю. Почти 40 лет за ним наблюдаю. Он путает мысли и тушит мне фары. Ему наплевать на законы сансары. Он проповедует грусть и тревогу, пока в его власти несу только горе. Казалось мне, с корнем кукушку срывает, но позже я понял, он со мною играет. Пытался всеми силами его вышвырнуть наружу, но он крепко-накрепко клоками впился в душу. Я стал наблюдать за ситуацией кругом и понял, что у каждого свой маленький дурдом. У каждого свои тараканы в голове, и каждый не спеша сползает по стене. И больше в нашем мире нормальных людей нет, и весь психоанализ – это полнейший бред. Психолог даст советы, а сам на дозняках. Он с антидепрессантами подвешен на часах. От трезвого рассудка до паники в глазах. Границы так размыты, секунды на счетах. Мой демон на чеку и ждет, пока я отступлюсь. Но я за свой штурвал пока обеими держусь. Депрессии, тревоги, бессонницы, вся суть. Это твой демон гонит тебя на мрачный путь.